Здравствуйте! Российский биатлон с досрочным завершением сезона ушел на карантин. Всем интересно, почему сборной не нужны Гаранчев и Малышка, куда потерялись Бабиков и Цветков, и зачем штабу нужен Пащенко? В основном составе сборной России оказались Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, которые пробежали весь сезон на Кубке мира, Кирилл Стрельцов и Карим Халили, Петр Пащенко и Семен Сучилов. Резервный список весь состоит из молодежи с потенциалом. В нем оказались Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Даниил Серохвостов, а также Дмитрий Иванов, который попал сюда благодаря своей скорости. А где же Гаранчев, где Малышка, где Бабиков и Цветков? Видимо, как считает тренерский штаб, в прошлом сезоне эти кандидатуры проявили себя недостаточно хорошо. У Евгения Гаранчева сезон совсем не получился. Ни одного попадания в топ-10, большие проблемы со скоростью. Главная причина, почему Гаранчева решили не брать дальше – тренеры сборной предложили ему поменять силовую работу, но спортсмен отказался. В итоге показал плохой результат. Что касается Дмитрия Малышка. Он пошумел в негативном ключе на первых трех этапах Кубка мира, а затем был отправлен в Россию, где потом не сумел пройти отбор на чемпионат Европы и демонстративно не поехал на Ижевскую винтовку. Теперь Дмитрию придется готовиться без сборной. А пустят ли его в этот отбор? Еще большой вопрос. Что теперь касается Антона Бабикова и Максима Цветкова? Их уже даже не рассматривают как кандидатов в команду. Наверняка Бабикову припомнили конфликт из-за винтовки и отправили домой после Эстерсунда. Цветков же весь сезон тренировался сам и бегал по российским стартам, но ничего выдающегося не показал. Петр Пащенко. Он выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону. Семен Сучилов также был где-то рядом на Кубке России и даже выиграл гонку на Кубке IBU. Вот этих спортсменов тренерский штаб и выбрал. И все-таки как-то странно поступил тренерский штаб, не выбрав, например, того же Антона Бабикова, который на последних соревнованиях показал весьма неплохие результаты. Будем мы все-таки надеяться на то, что тренерский штаб знает, что делает, хотя мы почему-то продолжаем в этом сильно сомневаться. Уж не знаем почему. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, то, как всегда, ждем вас в комментариях. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!